собрание у ребят из общественной организации «Пора». Если сейчас самооборона приедет, там 40 раз больше будет. А почему самооборона так долго едет? Не можем организоваться. Плохо. Поэтому сегодня тормозим. В общем, собрание идет. Вот ребята там что-то совещаются. Представители милиции тоже наблюдают. Так, друзья, ну я сейчас пройдусь на второй этаж, еще посмотрю, что там. Какая здесь обстановка. Что вы опечатываете, да? Вы забираете это все, да? А вы это все изымаете, да? А вот это чье оборудование вы выяснили? Вот это оборудование.
Ну, на него кто-то права свои заявил. Не, в самом начале я спросила, это чье? Все промолчали, ну раз это не чье, можно забрать? Ну, конечно, это ваше, вы его принесли, вы правильно. Ну, так вы мне скажите, чье это? Ну, никто не сказал. Ну, удивительно, что это. Вы были смелые, пока они были выгодные. И наоборот, ребята говорили, что нужно присутствие телеканала, чтобы показать внутри офис. Они говорили, потому что они сами снимали на камеру, ну, на телефончике. Они все снимали сами, они решили, наверное, так что выложить потом уже в интернет. Один из представителей. Молодой, вы садитесь на? Да. Ага, садитесь сюда. Садитесь. Какие-то начальники, какие-то едут и едут. Уже сколько? 20 лет прошло, они до сих пор едут. Какие куда? Они тоже никуда не побежались. Откуда мы заводили? Ну, вам надо, наверное, договор аренды, наверное, надо посмотреть. Заявление он же писал правильно. То, что мы повредили. Вы меня простите, пожалуйста. Вы я не знаю. Я бухгалтер. Ребята, вы не знаете. Я понятно, бухгалтер из этого здания. Меня интересует целостность этого здания. А это фирма «Фаворит», да? Фирма «Фаворит». Две интернет. Знаете, вот такие вот нюансы тонкости, конкретно дверь, кому принадлежит. Им или это самое, когда спрашивают. Я это думаю, фирме принадлежит. Сейчас она приедет. Вы знаете, вы бухгалтер всего здания. Ну, здание, ну так. Ну, продвиг, скорее всего, дверь принадлежит фирме 100%. Ну, наверняка. Сама дверь, тем более, как всегда на меня. Вызывали, ну, спросите, у ребят своих. Вы же здесь вызывали, если вы чем-то. Да, ну, когда это с кем-то создали. Да, да. Во-первых, это я понимаю, да, что оно под охраной. Приезжала тоже представитель охраны. Ну, я бы не могу сказать, что мы не смотрим. Все, смотри, смотри. Нет, почему? С звездочками большими, вот этот такой полненький. Это заместитель начальника Орджоникидзевского РУВД, подполковник. Ой, Живнело, я прошу прощения, Живнело. Ну, они-то, они, во-первых, это я заговорился. И они же звонили, по-моему, представителям. Итог разговора я не знаю. Ну, а по-вашему, почему отступили? В какой момент отступили от офиса? По-моему, они просто испугались. Чего? Люди, которые не имеют ни стыда, ни совести. А чего испугались? Чего? А потому что их увидят и действия, понимаете, если, наверное, люди. Ну что, когда я приехал, да? Ну, вот когда вы приехали, не все под лестницу забежали. Когда человек говорит искренне и отстаивает свою позицию, он не боится показать свое лицо и сказать это открыто все. А когда люди прячутся под лестницу, потому что. А вот до моего приезда вы же наблюдали за всем этим, ну, да? Сколько было реально. Ну, сколько человек. Я не знаю, господи, я, честно говоря, не считала, но человек 20 было. Потом уже больше, да, потянулись? Сейчас. Ну, они приходили, уходили, но я их не считала. Ну, и действия были такие решительные, они сразу начали пилить? Ну, нет, почему сразу? Они беседовали с милицией, милиция снимала. Ну, это вы у милиции спрашиваете, в принципе, это действия, это как бы фиксировались, это все на камеру. Просто половина сидела, половина разговаривала. В общем-то, действия, если бы их никто не останавливал, в общем-то, их действия были бы понятны. Они вылопали мы двери, в общем-то, проникли в помещение. Понятно. Мы просто. Так, сейчас идет такая опись тут, да, получается, или что это, да? Это имущество, вот это электрооборудование, с помощью которого ребята пытались скрыть дверь. То есть права на это электрооборудование никто так и не заявил. Никто не сказал, что это мое и так далее, да? А самооборона Майдана так и не приехала, да? Начальство что-то задерживает. А вот почему? Вот интересно, почему самооборона Майдана? Какие-то проблемы здесь. Неинтересно, то есть вы звоните просто. Им неинтересно, да?
Ну, они же представлялись самообороной Майдана, вот эти ребята. Я не могу, это не я звонила, потом я просто слышала. Ну, это ты мне. Самооборона Майдана сказала, нам не интересно, что обращайтесь в правоохранительные органы и решайте это с ними. Мы здесь ни при чем. Поэтому, как бы, как это на все реагировать, непонятно. Реальности есть одна или нет. Хаос, да? Хаос. Хаос, помню. Какой-то хаос. Да, это точно. Шила на мыло меня тоже как-то обидно. Люди умирали непонятно за что. За вот это шило на мыло менять это одно, а более того, мы меняем шило на мыло, только нас еще об этом и не спрашивали. Что хоть спрашивали, хоть как-то было, ну пусть. И опять говорят о народе, да, что это народ. Выбирают народ. Кого выбрали, того вы и достойны. Потому что народ на выборы всегда ходил так, поставим галочку, или за нас поставят, неважно как, мы к этому не относились серьезно никогда. Вот и получили, если хотели. Так, ну, следственная группа практически закончила свою работу, друзья, и занимается сейчас электрооборудованием, с помощью которого была попытка вскрытия двери в офис на втором этаже в деловом центре на Анголенко. Ну, судя по всему, я так понимаю, это электрооборудование, как вещдоки, будет увезено в Жовтневое РОВД, да? Правильно? Правильно. Так, ну я пока проверю, что на первом этаже происходит. Стоят бойцы там на первом этаже тоже. Подъехала еще одна машина Державная служба охраны. Здесь уже более такой усиленный наряд милиции. Вот. Ну а представители спортивной организации «Пора» по-прежнему возле здания. У них там какое-то идет совещание, какой-то общий сбор. Друзья, ну какие дальнейшие действия? Вот «Пора» говорят, что они берут здание под охрану. Ну, не знаю. Они мне такого не говорили. Да, вот Юрий там активист, у них вот он говорит, мы берем здание под охрану, чтобы не допустить беспредела. Ну, пусть уйдут, и до беспредела здесь не будет. Без нужды. Хотя ж есть вот кто. Тут есть кому охранять. Где власть? Да. Просто рабочий день, что он сейчас. Ну а вы с Юрием не общаетесь вот с этим, он такой высокий, плотный. Я понял, то кто такой Юрий? Ну, он от... Он гражданин, который не хочет, представился Юрием, и все. Это не посадова особа и не представник будь-якої громадської організації. Посвідчення у нього відсутнє. А ви спрашивали документи, там удостоверення членства організації «Пора»? Ні, повинен. Відсутнє, да? Алло. Да.
что это была просто обычная провокация. Давайте отойдем, отойдем. Провокация. Провокация, да? Да. Пары здесь нету, не было на тот момент, когда заходили. Пора была, ты знаешь, где мы стояли, на той стороне, но мы там не врывались, не заходили. Ну это ты про офис? Да, они с вами второй. Мы хотели запомнить. Так, а кто вот этот молодой человек все-таки? Он же с вами стоит. Сейчас проверяется, сейчас поднимает, девочка поехала. Так вы его как, задержали или как? Ну да. Вы его задержали? Проверяем сейчас документацию, у нас просто так. С фотографиями. Второй вопрос. Ты говоришь, что взяли под охрану, да? А вот милиция. Еще не взяли под охрану. Еще не взяли. Державная служба охраны. Мы смотрим совместно с милицией громадским порядком. Чтобы здесь больше не происходили никакие действия. А вы же от милиции, да? Да. А вы от кого? От кого? Доставили молодого человека в райотдел разбирать. Сейчас разберемся, будем расставлять. Нет, ну давайте там. Но у вас есть основания? Нет, основания есть. Ну, мы хотя бы опросим, не имеем права. Что он там где. Ну, как я опрашиваю. Совместно. Мы давайте. Не имеем права. Мы можем смотреть, и, ну, чтобы не нарушали громадский порядок. Все, мы подъехали поддержать. Чтобы здесь не срезалось, так же везде, чтобы не происходило везде никаких ни нападений, ни срезания квартирных замков или дверей, ни вход никуда в административные здания. Ну вам-то сначала с милицией надо как-то все-таки установить какое-то взаимодействие, да? Ну конечно. Что милиция, я так понимаю, имеет право задержать этого молодого человека, в принципе, да? Вы имеете право? Да. Можно будет повыпить? Ну хорошо, хорошо. Если это на пользу будет. Вот меня попросили, друзья, удалиться. Это представитель Жовтневого райотдела, милиционер слева. А справа это... Юрий, он представитель организации ПАРА. Вот у них идут какие-то сейчас там переговоры. Друзья, переговоры. Ну, я по-прежнему с вами, Виталий Дзюба, канал Тезис ТВ, я в прямом эфире. Ну вот сейчас Юрий, представитель ПАРА, утверждает, что вот этот молодой человек, который пытался вскрыть дверь в офис Евгения Анисимова, что по их данным, вроде как, он является уже не членом этой организации. И вот эта группа собралась, чтобы не допустить беспредела. Пытаются сейчас зайти опять в офис. Я здесь иду, чтобы посмотреть. Оборудование же опечатали, да? Какое? Почему? Ну, следственная группа опечатала. Почему? Ну, что-то своровали. Сломали дверь. Кому? Неизвестно. Не, ну вы говорите, за кому сломали дверь? Ну, в офисном центре. Мы ломали, пацаны? Не, у нас попросил кто-то оборудование, ломал. Правильно? Ну, отдайте наше оборудование. Мы просили зайти просто посмотреть мир. Давайте мы их дискутируем и демагогируем. Мы знаем, кто чем занимался. Не, ну своих же мы тоже в обиду не дадим. Вот так никто еще никого, никого не обижает. Беспределом мы занимаемся. Сейчас я уже с руководителем. Юрий Александрович. Ну, он Юрий. Ну что, достигнута какая-то договоренность? Никаких. Ребята отступать не собираются, да? Чье оборудование? Ну, не знаю. Говорят общее. Общее говорят.
Так, друзья, я снова иду на второй этаж посмотреть там обстановку. Но вот сейчас уже представители организации ПАРА заявляют, что все-таки оборудование это их. Оно общее, и его не отдавать не собираются. Хотя следственная группа опечатала электрооборудование. Фаворит, ООО «Фаворит», да? Или как, правильно? Не-не, полностью. Это деловой центр. Деловой центр, а как? Товарищество «Фаворит». То «Фаворит». Вот это все называется? Да, «Фаворит», деловой центр. Как? Да, да, так и называется. «То» в деловой центр. А офис «Фаворит»? Да. Ну, походу, не признаются. Вы хотите усилить свои позиции, да? Вызвать дополнительные, я так понимаю. Нет, слушай, чем они ломали? Чем ломали дверь? Нет, конечно. Вы вызвали дополнительный наряд? Да, просто интересуются. Так, ну я так смотрю, поступила какая-то команда сюда, по всему, да? Да? И так потихонечку отходит, да? Новая власть. Куда? Сейчас проведу вас. Стой. Ты бы вниз и на угол туда приезжай. Ты бери, помогай. Это самое, бери тоже. Выносите бегом. Только быстро. Ушли быстрее. Вот, друзья. Вы сидели? Да, да. В машину и уехали. Вот милиция в спешном порядке забирает вещдоки и через другой выход из здания пытается их спасти, чтобы, потому что по данным милиции есть подозрение, что вот эта группа ребят попытается сейчас вещественные доказательства отбить. Друзья, я бегу. И слежу, куда пытаются погрузить вещественные доказательства. Так, тут такой задний дворик. Что тут, тупик? А вот... А вот там есть еще? А, только... Ну вот, милиции надо как-то выйти. Ну не знаю. Там он говорит, вход там выход есть. Куда? Сюда это, на улицу? Там во двор покурить. Да не покурить, тут другие дела. На двор мы сюда. Сюда мы там закрыли. Там не будет. Что, тут нету машины? Так, ну, вот тут. Где? А что они хотят туда? Вот милиция срочно в спешном порядке пока такой отвлекающий маневр сделала. Они пытаются спасти вещественные доказательства, друзья. И через задний дворик быстро их вынесли. А я снова возвращаюсь сюда. Иду в машину. Что-что? Мне сказали, что я тут спасаю ситуацию, друзья. Так, я иду на первый этаж, посмотреть обстановку. Через центральный вход выхожу.
снял, вроде подтвержден. Привет, привет. Да, я понял, Серёг. Сейчас очень занят просто. Сейчас. Слушай, Серёж, не сейчас. Я тут в такой ситуации экстремальной нахожусь. Давай потом. Хорошо? Давай, включи. Слушай, Серёг, включи сейчас тезис тизи. Сейчас, выходим в интернете. Тезис тизи. Точка тизи. И ты поймешь, где я нахожусь. Друзья, ну а между тем, самооборона Майдана так и не приехала. Самооборона Запорожского Майдана. Так они и не приехали. Такое немножко тут противостояние наблюдается в данный момент. Да, мы видим, как бы, что людей здесь из органов хватает. И как бы оставляем потихоньку, порядок, что это место. Да. Место. Милиция здесь порядок, как бы, да, контроль, да, отходим, да, возьмет. Видите, и нам нет порядок, смысла здесь как бы что-то все устраивать. Толком, тут милиция, отдаете влетает. Полномочия милиционерам. Да, 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 здесь, да, как бы доверие к милиции есть, тут все и нормально. И резало, да, не пора, это... Да, то установит уже милиция следствие, да, как бы в процессе действий. Вы согласны, да? Все, ну, да, то, что мы как поехали от народа хотели прийти проконтролировать, как бы, это да, мы согласны. Но больше никаких моментов мы не хотели здесь. Беспредела никакого, мародерства, ничего устраивать. Все, сейчас все покинули здание. Все, сейчас мы потихонечку сейчас все, будем отходить, как бы, все нормально. Здесь милиции хватает, все будет. Хорошо. Счастливо. Друзья, ну вы слышали, да? Представитель организации «Пора» Юрий сообщил, что отходят. Сейчас, секундочку, я отвечу на звонок. Да. Да, я слушаю. Да, если можно, звоните. Ага, хорошо, хорошо, хорошо. Да, сообщите оперативную информацию, если там точно факты, и тогда я выезжаю. Ага, добре, добре. Так, ну, а тем временем вот вещественные доказательства, которые милиция рассматривала, ну, описала, изъяла, это электрооборудование. Электрооборудование, там болгарки, электропилы и так далее, какие-то аккумуляторы. Ну, я точно не могу сказать, что там. Ну, в общем, оборудование, с помощью которого
была попытка вскрытия дверей. Вот это электрооборудование только что в спешном порядке было опечатано и вывезено милицией. Ну, судя по всему, оно уехало в Жовневый РОВД, как я подозреваю. Вот. Потому что у милиции были опасения, что оборудование попытаются, ну, отбить, вот по словам милиционера. Поэтому они такие вот меры предосторожности предприняли. Вот. Ну, а сейчас представители ПАРЫ говорят, что передают полномочия милиции, и сейчас они уже будут отходить, и милиция берет, наверное, под охрану, да, здание, я так понимаю. Так, сейчас проверю еще на втором этаже ситуацию. По-прежнему, да? По-прежнему мы чего-то ждем, да? Что вы сейчас будете делать? Вы поставите здесь какой-то пост? Ну, он уж под охраной. А, уже под охраной. Он уже под сигнализацией, Угу. А вот это светится, это сигнализация, да? Нет. Это кнопка, да? Нет. Сейчас я вам подсвечу, чтобы вы видели. Чтобы вы видели. Вот, собственно, замок, вернее, район замка, да, тем временем сейчас посмотрю еще раз, что на первом этаже, как обстановка. Пало ли против? Опять мне звонят, друзья, опять мне звонят. Алло. Слушаю. Да. Ой, я сейчас в эфире. Сейчас я в эфире не могу говорить. Так, ну,
По-прежнему тут идут какие-то совещания. Друзья, я по-прежнему с вами, Виталий Дзюба. Я в эфире, просто молчу, потому что ничего особого не происходит. Так, ну вот представители организации «Пора» ушли. Ушли ребята, да? Да, все разошлись. Там оборона, аппарат, все разошлись. Ну что, я вам больше, по-моему, да, не нужен. Да, все, благодарю, все, спасибо большое. Помогли, очень-очень. Вот милиция говорит, помогли мы. Друзья, ну а я снова сейчас выезжаю в новую горячую точку. Включусь буквально через 10 минут. Судя по той информации, которую я только что получил, это тоже горячая точка, и там тоже жарко. Через 10-12 минут я в прямом эфире. С вами Виталий Дзюба, канал Тезис ТВ.